Основной вопрос, вынесенный на заседание Совета по созданию благоприятного инвестиционного климата и условий ведения предпринимательской деятельности «Инвестчас», проект расширения производства компании «Аквасектор». Она работает в Щелкове более 20 лет, выпускает оборудование для оснащения плавательных бассейнов, системы водоподготовки, теплообмена, подсветки и так далее. За годы работы производство постоянно развивалось. Компания научилась выпускать, собственно, бассейны, стальные, легкие и устойчивые к деформации, с улучшенными гигиеническими свойствами, в отличие от бетонных. Раньше такие производили только за рубежом, а теперь щелковское предприятие предлагает потребителям импортозамещение. Больше того, «Аквасектор» и сам вышел на международный рынок. В 2018 году у нас порядка на 70% вырос оборот. Экспорт у нас вырос 2,6 раза практически. Соответственно, росли фонды зарплаты. На 22% выросло фонд зарплаты, но и инвестиции. В общем, запросы потребителей растут, а имеющихся производственных мощностей на территории рудоуправления не хватает. В компании разработали проект расширения производства, который предусматривает открытие участков сборки, лазерной резки, крытого склада. По расчетам, в период до 2021 года втрое увеличится оборот, более чем вдвое – экспорт, в 2,5 раза – отчисление налогов в местный бюджет. Будет создано 110 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций – 90 миллионов рублей. Проект рассмотрели в администрации и предложили земельный участок вблизи деревни Аксинина. Очень перспективный. Рядом планируют разместиться и другие серьезные инвесторы. После предлагаемого участка, еще два участка находятся, есть еще один якорный инвестор, который заинтересован. То есть в этой зоне в перспективе, и мы завтра будем проводить с Олегом Ивановичем здесь рабочее совещание со всеми интересантами, да, перспективными инвесторами, так называемыми. Можно будет создать еще одну либо промышленную зону, либо еще один индустриальный парк. В результате обсуждения на «Инвестчасе» все службы поддержали проект расширения производственных мощностей компании «Аквасектор». Есть и заинтересованные в финансировании проекта банковские организации. Самое привлекательное то, что это предприятие уже ведет свою деятельность и выпускает конкурентоспособную продукцию, конкурентную продукцию. И мы понимаем, для того, чтобы она была еще более конкурентна, надо давать возможность для расширения бизнеса. Поэтому сделаем все возможное, чтобы для земельного участка, поможем с ресурсами, чтобы расширить производство. Проект расширения производства компании «Аквасектор» на «Инвестчасе» поддержан. Более того, уже есть ряд щелковских предприятий, заинтересованных в этой продукции. В частности, потенциальная кооперация может сложиться с маленькой сыроварней в Чкаловском, которая также планирует расширять производство, и с инвестором проекта спортивно-развлекательного центра с бассейнами, который будет строиться на улице Заречной. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».